Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Вон она на нас глядит. Ты не видел, что ли, телевизора? Не видел. Ну послушай, а где же ноги? Ну подожди, я сейчас все выясню. Так. А мы тут, знаете, все плюшками балуемся. Позвольте представиться, Карлсон, а это мой маленький... Куда? Ну, я так не играю. Ну, перестань, ты есть плюшки, вот ты уже седьмую съел. Что ты смеешься? Да, ты такой чудной. Я так и не нравился, это все из-за тебя.